Нурсултан Назарбаев войдет в список мировых лидеров, оставивших большой след в истории. Так считает молдавский политолог Виталий Андреевский. По его словам, первый президент Казахстана ввел открытую, дальновидную политику, благодаря которой страна достигла успехов и стала известна на мировой арене как миролюбивое и прогрессивное государство. Он, ну, действительно очень много сделал, в первую очередь, для Казахстана, я уже говорил, и для развития экономики, и для развития социальной сферы. Но мы должны знать, что у Казахстана самые интересные, амбициозные программы развития. И хочу отметить, что для подготовки этих программ привлекались специалисты мирового уровня. Он открыл Казахстан миру. Это тоже очень важно. Я думаю, что он, ну, войдет в перечень тех мировых лидеров, которые, ну, оставили какой-то след в истории, причем позитивный след.